Мы продолжаем разговор о плане, об организации материала. И следующий наш пункт, подраздел, это характеристики хорошего плана, особенности хорошей структуры. Я считаю это очень важным таким моментом или разделом в гомилетике. Я обращаю ваше внимание на это. Хотел, чтобы вы запомнили вот эти три слова в отношении плана. Вот чем отличается хороший план? Это связь с Библией, единство и последовательность. Связь с Библией, единство и последовательность. И сейчас мы по порядочку пройдем. Чем отличается хороший план? Когда вы составляете план проповеди? Первое. План должен быть связан с Библией или с текстом. План должен отражать основную мысль текста. Его тезисы должны основываться на тексте Библии, раскрывать их основную тему. Мы берем текст, и план строго следует по тексту Библии. Лозунгом или девизом своего рода вот этого института является текст из Ездры 7.10. И вот план, составленный на основании этого текста. Заметьте, план полностью отражает, следует тексту, отражает текст, связан с Библией, с текстом. Ездра расположил сердце свое к чему? К тому, чтобы изучать Библию, исполнять написанное в Библии и учить Библии. И вот план, четкий, ясный план. Изучать Библию, исполнять написанное в Библии, учить Библию. В других текстах иногда структуру обнаружить сложнее. И нам приходится работать. Мы вчера работали с текстами по Матфею, Евангелие от Матфея. Иногда нам было сложновато обнаружить структуру. Хотя тоже могли, если поработать немножко, можно обнаружить. Взять Иоанна 3.16, мы сегодня будем работать. Там ясная структура. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как бы четырехчастная структура. Четыре части, и на основании их мы можем строить проповедь. План всегда связан к Библии. Проповедник постоянно в своем плане обращается к Библии, строит на основании Библии, на основании текста Библии. Это первый пункт. Второй пункт – единство. План, хороший план отличается единством. Хороший план отличается единством. Хороший план похож не на куст, а на дерево. Ну, я не художник, но если вот так представить, вот это будет дерево, что-то похожее. Здесь листочки. Вот. И вот это куст. В дереве есть ясная, четкая идея, мысль, ствол. Это главная мысль. В нем есть ветви. Это второстепенные подпункты и листья, иллюстрации. Куст – такая расплывчатая структура, нет главной мысли. Человек не помнит точно, о чем говорил проповедник. И вот хорошие проповедники обращают большое внимание на единство текста и на ясность структуры, четкость, ясность структуры. Вот пресвитер, пастор церкви Moody Church, такая церковь Чикаго, Эрвин Люцер, он говорил о двух самых вещах, которых он научился из своего изучения гомилетики, которые были самыми важными для него. Первое. У проповеди должна быть одна мысль, идея. И второе. Проповедь должна иметь единство, порядок и прогресс. Одна главная мысль – единство, порядок и прогресс. Единство – это одна из ключевых характеристик хорошего плана. Проповедник понимает суть, знает, о чем он говорит, и четко, ясно рассматривает вот с разных сторон одну идею. Например, Джон Весли, вот план его проповеди «Оправдание верою», так звучит. Что является основанием для доктрины оправдания? Первый пункт. Второй пункт. Что такое оправдание? Третий. Кто получает оправдание? Четвертый. На каких условиях можно получить оправдание? Очень ясно, четко и понятно. Оправдание и разные вопросы, которые говорят об этом. Вот еще один пример я привел. Это единство, виды молитвы. Мы проповедуем о молитве. У нас готовый план. Первый пункт – молитва исповедания, молитва поклонения. Второй – молитва ходатайства, молитва прошения. Этот план имеет единство. Скажем, второй план хуже. Вот. Второй план, вот тоже о молитве. У меня здесь четыре пункта. Например, я тоже захотел бы сказать проповедь о молитве. Я бы так составил. Допустим, первое – когда молиться? Второй пункт – где молиться? Третье – молитва благодарности. Четвертый пункт – как молиться. Ну, вы сразу видите, что план плохой. Например, третий пункт выпадает из этого. Он как-то не подходит. Единство достигается за счет параллелизма мысли в пунктах проповеди. Вот здесь, в данном случае, вот этого параллелизма мысли нет. Нет параллелизма ясности мысли. Сбиваются пункты. И вот вы, когда работаете над проповедью, вы всегда строите план. Делаете на листочке или в компьютере, в файле план –
и четко прослеживаете пункты плана, насколько они между собой параллельны. Вот как они следуют, исходят друг из друга, как они последуют один за другим, как они связаны друг с другом, действительно ли они связаны друг с другом, есть ли параллелизм в пунктах проповеди. И еще один момент, единство достигается за счет возвращения к теме, повторения. Вот мне нравится проповедь, я не помню имя этого проповедника, он произносил проповедь на тему «Постарайся прийти ко мне скоро», «Постарайся прийти ко мне до зимы». Это слова апостола Павла, когда он обращался к Тимофею и к другу своему, соработнику, сотруднику, и просил прийти к нему. И вот он так ярко показал, проповедь у него была единой, цельной. И вот это единство достигалось тем, что он постоянно в течение проповеди повторял эту фразу «Постарайся прийти ко мне до зимы». Вот и он рассматривал разные аспекты. Он говорил о том, что мы должны успеть некоторые вещи до зимы. Мы должны успеть покаяться, мы должны успеть сделать доброе дело, мы должны успеть навестить старого человека, как это должен был делать Тимофей и так далее. Но он повторял эту фразу «Постарайся прийти ко мне до зимы». Вот и у людей осталась она, после проповеди осталась эта мысль. «Постарайся сделать что-то как можно скорее». Время коротко. Скоро наступит зима. Скоро закончится вот время жизни в этом мире. И постарайся прийти и сделать это скоро. Развитие. Есть единство, есть повторение. Одна и та же фраза. Итак, связь с Библией. Запомните. Второе. Единство. Проповедь хорошая отличается единством. И третий важный момент. Последовательность, прогресс, развитие мысли. В хорошей проповеди наблюдается последовательность в развитии мысли. Мы идем от неизвестного, то есть, вернее, от известного к неизвестному, от простого к сложному, от негативного к положительному. Это как цветок. Сначала семя, потом стебель начинает расти, потом распускаются, ствол вырастает, и, наконец, цветок, и постепенно-постепенно он раскрывается. И вот в этом суть и хорошая проповедь наша тоже имеет такую последовательность и развитие. Вспомните проповедь Христа или притчу Христа о милосердном самарянине. Как у него, вот как развивается мысль у Христа, да? Он говорит о священнике, вот напряжение растет, затем он говорит о левите, как левит. Люди еще более волнуются. Потом идет самарянин, и кульминация мысли, кульминация. Самарянин оказывает помощь вот этому человеку. Вот этим отличаются проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы. Помните, как Петр последовательно развивал свою мысль, у него был прогресс, развитие. И в конце он пришел к тому, что люди спросили, а что же нам делать, мужи, братья? Он говорит, покайтесь там и веруйте в Евангелие. Последовательность, развитие мысли имеет очень и очень большое значение. Вот как пример вот развития мысли, проповедь на основании 4 царства, 4 глава с 1 по 7 стих. Это история о женщине, в которой была проблема, она была вдовой, двое детей, детей хотели забрать. И вот помните, пришел пророк и умножил масло. Вот когда она собрала сосуды у своих соседей и наполнила эти сосуды, продала и получила масло. И вот здесь на основании этой идеи, текста, можно было составить проповедь на тему «Добрый Бог», о Боге. И вот пункты проповеди в последовательности, в развитии. Бог дает нам. Сначала мы говорим о том, что делает Бог вообще, что Бог добрый, Он много дает нам. Потом второй пункт. Бог делает много из малого. Мы говорим о том, как из малого количества масла Бог сделал много. Потом мы усиливаем мысль, и мы говорим о том, что Бог делает много из ничего. Это на основании того, что некоторые комментаторы утверждают, что в еврейском тексте написано буквально, что там масла не было. То есть это был сосуд для масла. Не сосуд с маслом, а сосуд, который использовался для масла. Там практически ничего не было. И вот здесь мы усиливаем мысль. Мы начинаем в общем говорить о Боге, о Его милости. И потом приходим к тому, что Бог настолько велик, что Бог делает многое прямо из ничего. То есть Бог настолько велик и мудр. И вот таким образом мы достигаем цели. Вот. Три таких подпункта, которые объясняют вот этот пункт единства, последовательности развития мысли. Первое. Пункты должны иметь хронологическую или логическую последовательность, если мы строим проповедь. Например, проповедь на тему «Перст Божий», исход 8 глава, 16-19 стих. Это помните, когда Бог наказывал Египет, и затем волхвы попытались подражать Моисею, тоже произвести мошек из земли. Они не смогли, и они сказали «Это перст Божий». И вот здесь, на основании этого текста, я составляю проповеди. Три пункта в этой проповеди основных. Первое, Бог действует в природе. Как Бог управляет природой, как Он чудеса показывает в природе. Ну, в жизни Израиля, особенно в то время.
Второе, как Бог действует среди людей, как Он меняет людей, что Он делает с людьми. И третье, как Бог действует в твоей и моей жизни. И согласитесь, ну, это хорошая довольно последовательность плана. Если бы мы перевернули план, было бы лучше или хуже? Как вы думаете, вот если нам перевернуть этот план? Ну, мы начали бы говорить сначала, Бог действует в моей жизни, затем Бог действует среди людей, Бог действует в природе. Ну, тоже, наверное, есть какая-то логика. Но вот такой план мне больше нравится тем, что он как бы суживает тему и ставит человека перед выбором, перед Богом. Мы начинаем с общего откровения Бога в природе, о том, как Бог действует, сотворил мир, как Бог делает в этой природе, посылает дождь, солнце встает. Потом, как Бог действует в церкви среди людей, но мы затем фокус самый. А Бог в твоем сердце. Что Бог делает с тобою? Вот. Логическая или хронологическая связь. Вот мы приходим к самому важному. Что делает Бог в твоей жизни? Или проповедь на Рождество. Вот я назвал тему проповеди «Три Рождества». Проповедь на Рождество. И вот я говорил, три пункта было в проповеди. Первый пункт – это предвечное рождение Христа. Написано, что Христос рожден прежде всякой твари. Это то, о чем мы даже не знаем. Это настолько что-то непонятное для нас, глубина такая, в которой мы не знаем, сможем ли проникнуть когда-либо. Второе. Я говорил о рождении Христа в яслях. Это то, о чем мы знаем. Это то, что случилось 2000 лет тому назад. Мы знаем обстоятельства, время, ясли. Третье. О рождении Христа в сердцах людей. И вот здесь есть логическая последовательность. Мы идем от большого, от универсального, от космического. Мы приходим к историческому, к рождению Христа в Вифлееме, и затем мы идем к каждому человеку, к каждому сердцу. Что Бог делает с тобой? Христос может родиться в твоем сердце. И вот здесь мы наблюдаем вот эту логическую или такую хронологическую, но скорее здесь логическая связь такая, что к чему ведет Бог. Мы идем от широкого, мы сужаем тему, мы как стрелой поражаем сердце человека, идем от большего к меньшему. Пункты должны иметь логическую или хронологическую связь. Еще один момент. Психологическая последовательность проповеди. Не забудьте, психологическая последовательность. Проповедь не должна вводить людей в депрессию. Вот мы можем описать все ужасы ада. Мы можем рассказать, что будет с теми, кто грешит, и чем это закончится. Вот. Но Евангелие – это радостная весть. И нельзя человека оставлять после проповеди перед закрытой дверью. Вот. Кто-то из вас, может быть, бывал в кинотеатрах, вот, хотя верующие обычно не посещают кинотеатры, ну, случайно или в прошлой жизни. Вот. И когда свет гаснет, вот, там есть над дверями надпись «Выход, выход, выход». Людям, которые страдают клаустрофобией, очень важно вот, видеть, как-то чувствовать, что они не в закрытом пространстве, есть выход какой-то. И проповедь, проповедник всегда показывает, что есть выход. В проповеди есть вот эта психологическая последовательность. Проповедник может закончить проповедь словами. Вот. Недолг час, Господь придет, и все грешники будут в аду. Аминь. Что дальше? Вот. Человек уйдет в собрание. Что он получит? Вот. Чем он будет жить дальше? Но хорошо сказать о том, что у вас есть возможность провести время в лучшем месте. Господь любит вас, Господь спасает. И мы показываем выход. То есть здесь психологическая последовательность. Мы ведем людей от худшего к лучшему. Вот. Мы обличаем грешников, это одна из задач проповедника, мы не просто гладим людей по головке. Иногда мы так смело обличаем во грехе людей, в каких-то вот, там, в заботах житейских и прочем, в гордости, в объедении. Любой грех, что, чем люди грешат, мы обличаем. Но мы всегда говорим о лучшем. Что Бог предлагает? Благодать Его. Что мы можем получить в Боге? Что дает Бог? Как можно исправить ситуацию? Проповеди должна быть ясная психологическая последовательность. От худшего к лучшему, от простого вот, к сложному, от известного, от самого простого к более сложному и к, особенно к радостному, может быть, от печального к радостному, к радости. И последний, вот третий подпункт вот этого пункта, это кульминация мысли. Не забывайте о кульминации мысли. В проповеди, в хорошей проповеди, вот такая есть хорошая кульминация мысли. Мне понравился план на основании проповедника Александра Макларена, на основании третьей главы книги Ионы. Вот помните Иона, книга, когда Иона бежал от Бога, затем Бог ему дал второй шанс, и Иона пришел в Ниневию, проповедовал, и все покаялись. И вот на основании третьей главы он составил такой план проповеди. Первый пункт – покаяние Ионы. Второй пункт – покаяние ниневитян. И третий пункт – раскаяние Бога. Ну, это точно соответствует тексту. Но здесь есть такая ясная, четкая последовательность и кульминация мысли. Первое. Иона покаялся и пошел в Ниневию.
Второе, ниневитяне послушали Иону, и они раскаялись. Написано, сели во вретище в пепле. И третье, написано, чем заканчивается глава, и раскаялся Бог, что наведет бедствие на город, и не навел. Вот. И здесь очень ясное, сильное такое раскрытие. Когда кается человек, тогда каются другие люди. Когда каются другие люди, тогда кается Бог. Ну, так образно говоря, ну так написано, Бог раскаялся. Бог отменил бедствие, которое собирался на них навести, и не навел на них это бедствие. И вот здесь кульминация мысли. Конечно, кульминация мысли особенно важна в евангелизационной проповеди, да, когда мы призываем людей к покаянию, тогда мы четко ведем, показываем, старая жизнь такая, новая жизнь такова, как это делал Проханан, и о том, как старая жизнь может сделаться новой. Это кульминация. Что ты можешь сделать для того, чтобы быть спасенным, для того, чтобы спастись? Кульминация мысли. Хотя, я думаю, не только даже в проповедях евангелизационных, даже в обычных проповедях, заметьте, нам самим интересно слушать, когда проповедник последовательно развивает мысль, да? Когда он начинает так с простого, потом сложнее, 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 и цветок распускается, распускается. Или когда вы берете подарок, вот представляете себе, иногда бывают такие случаи, заворачивают подарок там в 20-30 бумажек. Разворачиваешь, напряжение растет, разворачиваешь, разворачиваешь. Что там может быть? Что может быть в этом подарке? Напряжение растет, все волнуются, переживают. И мы как проповедники, про Спержина говорил, да, Спержин разворачивает, разворачивает истину, разворачивает. И потом мы видим прекрасный цветок или какой-то подарок, бриллиант какой-то находится. И вот хорошая проповедь этим отличается, что в проповеди есть развитие. И всегда, когда мы готовим проповедь, мы задаем себе вопрос, как мой план связан с Библией? Я составил план, как он связан с Библией? Как пункты согласуются друг с другом? За счет чего я достигаю единства? Каким образом я развиваю мысль в проповеди? И это нам поможет сохранить ясность и мысли проповеднику, оказывает лучшее воздействие на слушателей. Конечно, Бог говорил многократно, многообразно, и тем более мы стремимся уподобиться Богу и тоже разнообразно проповедуем и используем разные планы. Мы не используем один и тот же план, но тем не менее мы ясно, четко, цельно, последовательно преподносим истину. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Еще один момент, вот прежде чем заканчивать на эту тему разговор. Полезно позаботиться о простоте плана. Вот когда вы составляете план, у вас есть на листочке или в компьютере план, постарайтесь, чтобы он был простым. Ну, есть великие проповедники, которые могут сложные планы делать. Известно, что в одной проповеди «Препятствие к возрождению» у Чарльза Финея было 22 пункта, не меньше 22 пунктов. Ну, это может быть многовато для нас, простых проповедников. И некоторые братья придерживаются священной цифры 7. Вот я знаю одного проповедника у нас, который постоянно старается, чтобы у него в проповеди было 7 пунктов. Ну, и тогда проповедь совершенна. Но, может быть, даже 3 пункта и неплохо, вот как делает Спержин. 3, 4 пункта, 5, 2. Вот, Спержин и я. Да, Спержин и... Как зовут? Александр. Да, как делает Спержин и Чарльз Спержин и Александр. 3 пункта лучше делать. Билли Грэм тот же делал. 3-4 пункта. Дело в том, что и сами люди не смогут воспринять большое количество пунктов. Вы можете их сделать, но смогут люди что-то вспомнить уже после 5-го, 7-го или 10-го пункта. Поэтому лучше ясный, четкий, простой план. Вот самый простой план, здесь меня и водят на презентации, но я скажу. План, это проповедник Артур Гассип, это один американский проповедник. Вот как он ясно проповедовал о спасении на основании 2 Коринфянам 1.10. 3 пункта его плана, очень простое. Первый пункт. Он спас меня. Второй пункт. Он спасает меня. Третий пункт. Он спасет меня. Очень ясно. Настолько запоминается, что Бог сделал в прошлом со мной, что Бог делает сейчас, что Он сделает в будущем. Спас, спасет. Спасает, спасет. Или еще один пункт. Обещание Христа усталым. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вот на основании этого текста. У него 3 пункта. Первое. Жить со Христом. Второй пункт. Жить как Христос. Третье – жить для Христа.
Вот. И такие планы, чем проще план, тем он легче запоминается. Вот даже такие простые планы, вот покаяние Ионы, Ниневитян, Бога, или предвечное рождение Христа в яслях, рождение в сердцах, есть фокус, есть цель, направленность какая-то, и она достигает своей цели. Людям это запоминается. Обратите, братья, внимание на план. Если у вас есть план, полдела уже готово. Если вы составили план проповеди, половина проповеди готова. Вам потом останется только распределить материал. Вы потом берете ваши данные историко-культурного анализа, ваши примеры, иллюстрации, и просто их распределяете. Вам осталось только вложить их в свои ячейки. У вас уже структура готова. Вы только вкладываете этот примерчик сюда, этот сюда, сюда. Это иллюстрация, сравнение, вот это мысли в этот раздел. Когда у вас есть план, вам намного проще распределять материал. Вот. И уже проповедь готова. Вот. И уже вы можете с планом выйти на кафедру, и уже останется какая-то мысль или идея у людей. Конечно, Господь не ограничен никакими правилами риторики или гомилетики. Написано, что Дух животворит, плоть не пользует немало. Поэтому мы не связываем себя планами. И мы здесь не говорим, что хорошая проповедь только и всегда должна иметь три пункта вот такой последовательности, в таком изложении, три или четыре. Но, особенно в начале, особенно молодым проповедникам, полезно все-таки придерживаться каких-то правил. Полезно вот четко следовать структуре. Вот и это будет благословением для них. Потом, когда они уже научатся, они могут так свободнее, может быть, обращаться с планом. Но особенно в начале очень полезно, прежде чем мы овладеем всеми правилами, вот, четко и ясно строить план проповеди и, соответственно, этому плану устраивать саму проповедь. Итак, связь с Библией, единство, последовательность мысли. Вот, запомните, связь с Библией, единство плана, последовательность мысли.